В Альфа-Арабийском районном суде приступили к рассмотрению гражданского иска бывшего заместителя директора городского зоопарка Мухтара Мухамбиджана к руководству зоопарка. Мухамбиджан обвинил директора в клевете. И директор, и бывший заместитель уверены в своей правоте, считая, что каждый из них действует исключительно в интересах развития самого зоопарка. Однако их профессиональный спор уже перешел в область выяснения межличностных отношений. Муфлоны не умерли, что ли? Они умерли. Медвежата исчезли. Напомню, сразу после Нового года руководство зоопарка заявило, что от взрывов фейерверков в новогоднюю ночь медведица испытала стресс и съела собственных новорожденных медвежат. Однако тогда еще действующий заместитель директора Мухтар Мухамбиджан усомнился в заявлении руководства, предположив, что медвежата были нелегально проданы. После чего между директором и его замом разгорелся конфликт. Руководитель зоопарка даже посчитал своего заместителя диверсантом, а Мухтар Мухамбиджан потребовал провести полную проверку в зоопарке. Теперь уже экс-заместитель подал иск, заявляя, что был оклеветан директором. То, что я занимался диверсиями, нигде мины не подкладывал, понимаете? Нигде никакие здания взрывать и уничтожать руководство зоопарка не собирался физическим путем. Диверсия, оно так и трактуется по Википедии. Руководство зоопарка убеждено, что за последние несколько лет предприятие добилось существенных успехов, проведено благоустройство зоопарка, растет количество и разнообразие питомцев. А вот вопросы штатной численности руководящих сотрудников зоопарка вызывают недоумение даже у директора. Меня обвиняют в клевете, что я клевечу на бывшего своего зама, что я его назвал искусственным замом. Так как он действительно есть, и сейчас повторяю, искусственный зам, это признал областная трудовая инспекция по заключению, что он его приказу назначение на должность, это было незаконным. Разобраться в отношениях между директором и его экс-заместителем теперь предстоит суду. Альфа-Арабийский районный суд приступил к рассмотрению этого дела.